наши сплелись на снегу. Только я вот без тундры, наверное, вдалеке и прожить не смогу. Тундра, тундра, вечер, дорогие архангелогородцы и гости нашего города. Серия концертов «Голоса Арктики» организована Министерством культуры Архангельской области. Концерт народного ненецкого ансамбля песни и танца «Хаяр» в Архангельском городском культурном центре проходит в рамках международного форума «Арктика. Территория диалога». На сцену приглашаются
глава муниципального образования городской округ город Нарьян-Мар Олег Ануфриевич Белак и заместитель главы муниципального образования город Архангельск, руководитель аппарата Николай Викторович Евменов. Уважаемые архангелогородцы, гости города, мне очень приятно, выпала большая честь представить вам наш замечательный коллектив «Хаяр». Вроде мы соседний регион, с другой стороны мы один регион. Поэтому так или иначе, когда идешь в гости, берешь с собой самое дорогое, какой-то подарок. Что у нас на севере самое дорогое? Конечно, солнце. Именно так переводится с ненецкого языка название коллектива «Хаяр». Коллектив был основан в 1962 году. Так что этот год для коллектива юбилейный. С 2003 года руководителем коллектива является Шалыгинская Галина Владимировна, которая сейчас вот исполняет роль шамана. С ее приходом коллектив заиграл, скажем так, как самоцвет новой жизнью. Коллектив достойно представляет не только город Нарьян-Мар и Ненецкий округ, но и всю страну на самых различных площадках. И был и лауреатом, и был лауреатом европейских конкурсов, российских конкурсов. Мы очень гордимся этим коллективом и предлагаю всем нам насладиться их великолепным искусством. Спасибо. Уважаемые архангелогородцы, уважаемые гости города, для нас очень важно, что такой знаковый период времени в проведении форума «Арктика. Территория диалога» в Архангельске наши друзья, партнеры и соседи согласились и с удовольствием приехали сюда по решению губернатора Ненецкого автономного округа Игоря Витальевича Кошина со своим замечательным народным ненецким ансамблем «Хаяр». Мы благодарны за то, что наши гости смогут посмотреть самобытную ненецкую культуру, высокий уровень культуры Ненецкого округа и подчеркнуть, безусловно, арктический вектор. Дорогие друзья, Архангельск – это ворота в Арктику, и действительно мы взяли высокую планку. Деловая программа форума завершилась, но культурная программа в самом разгаре. Я желаю вам хорошего настроения, приятного времяпрепровождения в кругу таких замечательных друзей, певцов, танцоров, настоящих народных артистов. Ну и, конечно же, по традиции, наша гостеприимная земля, благодарная земля архангельская, чтит и благодарит наших коллег. И мы хотим вручить благодарности губернатора Архангельской области ряду заслуженных, дорогих, уважаемых людей. Благодарственное письмо от губернатора Архангельской области коллективу народного ненецкого ансамбля песни и танца «Хаяр» руководитель Шалыгинская Галина Владимировна за деятельное участие и высокий профессиональный уровень творческих выступлений в рамках культурной программы Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога». Благодарственное письмо от губернатора Архангельской области коллективу государственного бюджетного учреждения культуры «Этнографический центр Ненецкой автономного округа» руководитель Сганич Валентина Сергеевна за деятельное участие и высокий профессиональный уровень творческих выступлений в рамках культурной программы Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога».
Благодарственное письмо от губернатора Архангельской области коллективу самодеятельного фольклорного Ненецкого театра «Илепц», руководитель Сергеенко Александра Ивановна, за деятельное участие и высокий профессиональный уровень творческих выступлений в рамках культурной программы Международного арктического форума «Арктика. Территория диалога». Дорогие друзья, от имени главы города Архангельска Годзиша Игоря Викторовича я хочу еще раз поблагодарить всех наших гостей, дорогих коллег и лично губернатора Ненецкого округа Кожина Игоря Викторовича. И хочу вручить Игорю Викторовичу от города Архангельска такой приятный сувенир для того, чтобы Ненецкий округ знал, что соседи у него благодарные, искренние и любят своих уважаемых коллег и друзей. Итак, сегодня нам дарит искрометный праздник красоты и таланта народный ненецкий ансамбль песни и танца «Хаяр». Я на ней.
правильная, не зови не то, когда не то, я на сердце спер потом, он каймер сказал, не ну и рандом, каймер того, у сердца дерево, я мне там оно, ну доми древо, эй, рыбово, сахина, рубина, сахина, тогда верная, 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 я летом не ты, ни слова не ты, царя плавная, сыра, знаю, я кеню, кеню, permanentно, не на майна, не
Один новый, а второй старый. Новый выставляю, а старый прячу. Увидели женщины, стали смеяться. На донном манове не пока и не тюнет хаяо. Маны пармамы.
Thank you.
Не я в тайне, у тайне.
вечерах гостей. Хе-хей! Я наила осей ку-ку. Выдарни ринды мне поёби. Выдарни эсняны мне хинонаву. Айрах гостей, хе-хей! Я люблю айрах кухи выголов.
Повстречались по дороге два веселых пастуха. Эй, Егор, твою упряжку перегонит и блоха. У тебя зато носище как кривое топорище. Посмотри на свой хорей, у оленя хвост длинней. Так по тундре в перегонку едут Вылка и Валей. С острой шуткой, с песней звонкой и дорога веселей. О, помню, как все тангое, коконным горотом ряды юна лабарда, дори лабарда. Мне попиваны дети раходы, о, дети раходы, о, дети раходы. О, помню, когда годы,
потому что получается всегда свой город самым солнечным зовут. Полгода в Нарьян Маре ночь и день, и на щитах мороз рисует жар, но мы твердим большой полярный день. За солнцем приезжайте на Нарьян Мар! Ансамбль песни и танца «Хаяр». Художественный руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Галина Шилыгинская.